Сейчас его быстренько обливаем и поджигаем. Я сверху полью, а ты через лобовуху. Печку побольше залим, чтобы салон выдали. Ну, погоди, Димон, если он без сигналки, я его себе заберу. Мы этого коммерса наказать хотим или тебе бумер нужен? Мы его и так накажем, если я бумер под себя перебью. Походу вопрос решен, блядь. Сейчас сделаем. Ёбаный блядь. Смотри, братан, вот стакан, нормально вырезали? Нормально. Оп. Таблички. Все хорошо, повесим. Работы на пару дней, а так вообще за неделю сделаю. Просто работы много сейчас. Ну смотри, не торопись, я ее под себя хочу оставить. Хорошо. Блин, извини. Нормально все будет. Алда. Ситуация случилась, короче. Да, на дороге сцепился с каким-то беспредельщиком. Ну так получилось. Короче, из Мерса меня выкинули. На 6 часов стрелу забили. Ну давай сейчас я трос возьму. Давай, подъезжай, мы в кафешке с Рамой. Лёха сейчас подъедет. Давай. Лен, там у пацанов машина сломалась. Опять пацаны? Я ненадолго. Я быстренько сгоняю, помогу. А как же планы? Ну как, приеду. Посмотрим. Ну и что будем делать, если их и тут нет? Вот они там. Вот они. О, смотри, терпилу качать приехал. Кто терпил, ёбан? Ты терпил, а сядь! Руки нахуй! Руки, блядь, не слышите, что ли? Руку убрав! Да, блядь, ты что, не понял? Руку эти... Ключ я прописал, мотор скинули, а стакан уже перебитый. Да ладно, блядь. Да как так-то? Нам тачка сегодня по-любому нужна. Ну давай я сейчас по-быстрому проводку подсоединю, да забирай. Да, реально, кто-то нас, походу, подстал, то, что мы у Кельвина-то были. Как оторваться от этой тахи, блядь? Ну чё, нормально всё прошло? Честное стало. А чё вы такие убиты? Да еле оторвались. Походу, кто-то цинканул, что мы у Кулибина были. К матери кота на хату мусора приходили. Как-то они на нас так быстро вышли. Как вышли? Мерин там твой остался? С моего крузака могли номера срисовать? Или эти черти нас сдали?
Короче, надо переждать пару недель. Я уже Санычу отзвонил, у него на даче отсидимся. Ситуация, походу, серьезная. Ты железо забрал? Да нормально все. Взял ТТшку и Макара. А Глок? А на Глок патронов нет. Ты на шашлыках две обоймы ставил. Вот урод. Ну что, останавливаться будем? Да поехали. Тормози. Он кому-то по рации базарит. Здравствуйте, инспектор ДПС, лейтенант полиции из Розальска. Документы можно ваши? А в чем проблема? Да нет никаких проблем. Сейчас документы посмотрим, дальше поедете. Возьмите, это ваш. Из машины выйдите. А зачем? Капот откройте. Ничего, капот открывай. Ну что там? Хрен теперь какая, сука, капот откроет. Бля. Все, лавы пришлось мусор устроить. Вообще офигел, прикинь, столько сыпь попросил, да? Ну что там было-то? Да что? Нет, еле на косарь его уболтали. Хрен теперь туда кто залезет. Ну а как ты масло будешь заливать? Тебя, умника, попрошу. Да выключи ты эту херню! Вася, эту херню написал Малин. А кто это? Какая-то в телефоне. Слышь, ты походу пробивоны на Челесе. Пацаны, на мобилы, короче, вырубать. Нас по ним пропасти могут. Да мою трубку вообще никто не знает. Да знают, не знают, что ты думаешь, там лохи сидят. Вырубать надо. Давайте еще батарейки вытащим. Скрепку, да. Слышь, пацаны, я что-то мобилу куда-то похерил. Посмотри под сиденьем. Здесь нет. Тут сзади пусто. Может, ты у Кулибина ее оставил? Снова с вами радио «Классическая волна». Мы продолжаем выполнять ваши заявки. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Привет. Привет, это Макс. Угу. Кому бы вы хотели передать привет? Я хочу передать привет там своим друзьям. Своему другу Димону. Ну, а фамилию вашего друга есть? Да, да, Димка. Димка Пашпарин. Ошпаренный, в общем. Замечательно. Говорите. Димон, если ты меня слышишь, если вы едете туда, сам знаешь куда. Слушай, Кот, погромче сделай, погромче, а? Что ты делаешь? Слушай, стой, тихо, слушай. Тогда для Димона Ошпаринова, которому не надо ехать туда, он сам знает куда, чтобы с ним не случилось, то он сам знает что. А? Звучит, и слушай, что у нас звучит? Доброе утро. Додумался по радио нам сообщить об этом. Да, про такое объяв дал. Нормально, что он. Да, короче, походу к Максу вообще не варит ехать. Что делать будем? Может, ФСБшнику твоему наберем, пробьем там че кого. Ну давайте до первой кафешки протянем, там по-любому телефон будет. Поехали. Куда я свою трубу похерил, блядь? Ну, пиздец!
деньгах, значит мне неинтересно. Ты всегда должен делиться, и я знаю это с детства. В арсенале кулаки, пару запрещенных жестов. Я качаю свои ноги, чтобы избежать ареста. Я уйду от разговора, если кто-то лезет... Есть кто? Инструкторы по сексу обожают женский фитнес. И выпить сектор пис, ебать порно пис. Воровал, ворую и буду воровать. Слышь, а есть кто попроще-то? Нет никого. А колеса вариант поменять? Не, никого нет. Слушай, ситуация такая, колеса пробили вон, вискарь есть хороший. Давай что-нибудь придумаем. А это что? У тебя X5M? X5M. Я тебе так сделал. Пацаны, вы что исполняете? Вы охуели что ли? Это наша шутка. Твоя шинка, да? Ты кому ебёт, что вы колёса прокололи? Платите бабки за это. А чё так разговариваешь? А как с тобой нахуй разговариваешь? Какие такие-то? Чего вы так разговариваете? Я что-то не понял. А что это еще наши колеса? Давайте нахуй спускайте ее. Так, пацаны, мы попали просто в такую ситуацию. Вон есть, смотрите. Есть вон вискарь хороший, возьмите. Да нахуй мне вискарь-то только нужен. Нахуй мне нужен. Это наша шинка. Че беспределите? Где беспредел? Где беспредел? Я не понимаю, просто чего, блядь? Ты приехал сюда к нам на шинку. О, здорово, пацаны. Здорово. Чем вас тут за хуйня? Смотри, какая суета. Пацаны на нашей шинке, блядь, обули колеса, денег нет и платить не хотят. А что вы указываете? Я говорю, ну бабок нет, что никто в такую ситуацию не попал. Я говорю, вон есть вискарь кайфовый. Слушай, нормальный, мой любимый 13-летний вискарь, что? Посидим сегодня вечерочком, блядь. Что, давайте, пацаны, не попадайте в шину. От души. Все, спасибо. Спасибо, парни. Да. Чё, пацаны, бегал, короче. Давай, расскажу. Дроповский паспорт сработал. Помещение снято. Сейчас самое актуальное. Заходим в эту телегу, где обмен валют. Смотрим, анализируем, составляем ровно так же, как все, чтобы мы не отличались. И, соответственно, цену, блядь, если вот доллар сколько, 98 сейчас стоит. Значит, ставим 90, блядь, 7, 80 на самого жадного. Ждем объяву. Ну, быстро объявится там, наверное. Магнитолу нашел. Мерсовская. Старая. Раритет. Все равно БХ лучше Мерса. По-любому. Вован. Может, ну его, блядь. Уже все вроде наладилось. Забьем. Будем спокойно. Зачем нам это? Папки намыть и соскочим.
Алло. О. Чего? Когда это закончится? Нет никаких пацанов. Ты в голове своей разберись, тебе помощь врача нужна. Да такого быть не может, ты понимаешь? Чё опять вот это вот за рассказы непонятные? Ключ я прописал, мотор скинули, а стакан-то уже перебитый. Вот, смотри, терпила качать приехал. Кто терпила? Чё, брат, кеды? Сам то, чтобы собраться с мыслями. Эти суете в голове мест нет. Я слышу голоса, я тоже с ними искренним. Самый лютый трабл — это честный мент. Кэш на колеса с помощью колес. Куча малолеток оседает в этой хуете. Скажи мне, какой ебаный страус вас сюда принес. Я с годами только отвлекаю, отпалим удел. Видишь, на районе я таким твоих пацанов. 9-9 на руках брат, я подыгрываю. МС не вывозит даже половины слов. Я их выдаю, как будто сканов выкупаешь лох. В моем чате слишком много дел. Все дела сбиваются, панталыги.